19 марта состоялось официальное открытие сезона 2016 чемпионата Шамильского района по мини-футболу в поселке Красноармейск на полях спорткомплекса «Спарта». Торжественное мероприятие начали с чтения священных сур Корана. На открытии собралось очень большое количество молодежи Шамильского района. Хочется отметить, что ДРУ «Молодежь Шамильского района» не первый сезон проводит такого рода масштабный чемпионат. На открытии сезона слово было предоставлено имаму района Сиражиддин Хаджи Ахмедову, заместителю главы администрации Шамильского района Камилю Магомедову, ученому богослову Мухаммаду Абдурахманову. Главной целью нашего мероприятия является объединение молодежи, укрепление братства, отдаление от наркомании и экстремизма, обозначил в свою очередь и председатель ДРУ «Молодежь Шамильского района» Суракат Вагабилов. Первая цель турнира – это объединение молодежи. Всего, в первую очередь, как бы примером для всего, для всех других организаций. Вторую очередь, как бы отделение от всего чуждого, точнее, от наркомании, экстремизма, от всего плохого. И укрепление братства между всей молодежью. В данный момент уже как первая лига уже начала начали свои игры. Уже и последующие, уже и в апреле начнется уже вторая лига. В данный турнир, в общем, ходит 32 команды. В первой лиге 18 команд, во второй лиге 14 команд. 2016 года объявляется открытым.